Всем привет! Сегодня пятница, 16 июня, 6 часов вечера, плюс 24 градуса, 6 часов вечера, потому что только днем приехал со Львова. Первую тренировку во вторник провел во Львове, хорошо пробежался в медленном темпе по улицам старого города, про это будет отдельный фильм. Пробежал 10,5 километров за 1:05. Пульс очень порадовал. 134 или 135 средний. Вот средний темп где-то 6:15. Очень понравилось. Очень легко вбегаю в плавные горки. Ну, плавные, но все равно легко, без одышки, безо всего. В общем, пробежка по городу Львову удалась. Сегодня по плану чуть-чуть разбежаться и попробовать все-таки выполнить первую за последний месяц интервальную тренировку. Хотя бы чуть-чуть ускориться, и тогда буду решать или продолжать по новой возобновлять тренировки, подготовки к полумарафону, или еще восстанавливаться. 10 километров и обязательные 200 метров. Пробежал за 1 час где-то. Средний темп вроде бы 5:58. Километра 2 медленно-медленно разбегался, где-то 6:10. Ну и потом пошел. Что можно сказать? Бежал, ну, не то что быстрее, а супер намного быстрее запланированного темпа. Все, ну почти все 11 раз из 12 в пиковые моменты бежал 4:0 или около того. Ну, может быть, поэтому 10 отрезков пробежал по 200 метров, потом пульс сказал 173, и я решил чуть-чуть не сбавить обороты, а сократить отрезок до 150 метров. И 11 и 12, но очень доволен. Какие причины того, что не выдержал полностью 12? И объективные, и субъективные. Ну, во-первых, нога. Причем, что удивительно, правая, которая у меня в бандаже, потому что пробежался во Львове по брусчатке, по мостовым булыжным без наколенника. Попробовал для разнообразия пробежать подольше по брусчатке. Ну, по мостовой такой мощеной камнями. Ну, то еще удовольствие, скажем честно. Это объективная причина. И субъективная, потому что каждый день почти какие-то спиртные напитки, легкие, более крепкие были. Плюс тяжелая пища. Набрал 2 килограмма. Так весил 83. Приехал, взвесился 85. Ну ничего, даже с таким весом бегу, это все очень хорошо. Темповую четвертой недели я выполнил еще на прошлой неделе. Сейчас выполнил интервальную. Да, мало немножечко, всего 1,5 суток на отдых перед длинной, которая у меня должна быть в воскресенье. 20 километров в темпе где-то 5:57. Напомню, сегодня это пятница, вечер. Ну ничего, если хочешь бежать марафон, учись терпеть. Бежим дальше. 18 июня, воскресенье, плюс 19 градусов. Иду на стадион Горняк. На этой неделе получилось 3 тренировки, и все 3 в разных местах. Первая во Львове, вторая на стадионе Метеорит с покрытием, покореженный асфальт. Во Львове вообще там и брусчатка, и все. И сейчас на Горняк
с покрытием такой плотный грунт. Прошло мало времени с момента интервальной тренировки. Интервальный месяц не проводил, всего полтора суток. Ну, потому что со Львова только приехал и сразу побежал вечером. Не знаю, нет уверенности, что восстановился. Сегодня по плану, по программе 20 километров с темпом на марафон плюс 19. Это значит где-то 5:57. Ну, посмотрю. Еще неизвестно, что нога моя покажет. Терпимо, уже привык к такой легкой тупой боли. Первые 5 километров, средний темп где-то 5:43. Пульс уже поднялся до 160, так что буду, наверное, чуть-чуть сбавлять и выходить на темп программы 5:57. Добежал до 10 километров за 57 минут. Что-то средний темп 5:47, но случилась какая-то беда. Пульс, несмотря на то, что после 5 километра начал сбрасывать, начал только подниматься и подниматься. На 9-м, уже в начале 9-го километра был 175. Пошел какой-то мороз по коже, голова аж до паморок каких-то, блин. Посмотрел температуру, всего лишь 22 градуса, вроде не должно быть ничего. Но я думаю, недовосстановление все-таки произошло. И не знаю, что теперь делать. Вроде 10 километров пробежал. Или сегодня еще 10 вечером пробежать, как восстановительную. Или во вторник пробежать длинную все-таки, но собьюсь тогда с графика недельного. Или третий вариант — на этом закончить. Все-таки основные упражнения этой недели я выполнил. Темповую на прошлой неделе пробежал, интервальную пробежал на этой неделе. И начинать со вторника уже задание по полной программе пятой недели. Нога, к ноге я привык, это не из-за ноги остановился. Первые 2 километра поболело, потом такая тупая, легкая боль, но это мелочи. Хотя, может, и не мелочи. 22 июня, вторник, плюс 15 градусов. И хотя вторник, иду на длинную тренировку. Даю себе второй шанс пробежать ее. В воскресенье случился какой-то непонятный для меня кризис. Сейчас будем разбираться с организмом. Может, поменяю тактику, помедленнее начну. Но загадывать вообще ничего не буду. Просто бежать. Как бы там ни было, программа еще на прошлой тренировке сообщила мне, что я пробежал уже в этом году 800 километров. Ну, неплохо. Побежали. Первые 5 километров. Темп как в аптеке, как программа заказывала, 5:57. Пульс 148. Есть 10 километров. Средний темп удается держать, 5:57. Пульс уже 160. Но это намного лучше. Пробежал 15 километров. Чуть-чуть темп увеличил. Средний 5:56. Ну и пульс 166 уже. Может быть, продержусь до максимального. После 15 километра решил чуть-чуть сбрасывать. После на 18 километре у меня плановый был выпивон воды. И, блин, уронил пробку. Поднял ее и понял, это знак свыше. Я больше сегодня не побегу. Пульс максимально вроде бы до 170 поднялся. Хорошо, что хватило ума остановиться. Пробежал 18 километров за 1:48. Средний темп 5:58. Ну, почти на одну секунду тише, на 2 километра меньше. Но ставлю себе зачет за эту неделю. Трудно нам не давалось. Это 4-я неделя, больше месяца. То травма, то болезнь, то еще что-то. Короче, плохому танцору всегда что-то мешает. В общем, всем, кому интересно, сможет ли дедушка пробежать марафон из 4 часов
свои, надеюсь, когда-то же исполнится 56 лет. Смотрите, подписывайтесь, советуйте, критикуйте. До встречи через неделю. Хотя недели, может, я сделаю себе уже не 7 дней, а 9 дней. Потому что что-то не тяну. Бегаем для здоровья.